Задомском жарища. Идет ремонт дороги. Мы едем все время, солнце нам в лицо светит. Мне кажется, я уже стала курицей гриль. Сегодня их обсуждали. Вот как раз, видать, я уже все. Могу. Виталь, меня пора переворачивать. Так переворачивайся. Переворачивайся. Уже мы по Домскам. Сейчас встретимся с Танюшкой и Женей. И поедем дальше, друзья мои. Ей-богу. Мне кажется, Виталь, может, я уже и загар получила такой? Я вообще как... Я похожа на белого человека? Или у меня уже все там? Я не знаю, у меня уже за всю дорогу просто, знаешь, на глазах, как у хамелеона, эти там очки сами уже стали. Ты не можешь различить цвет моей кожи? Я уже не могу различить вообще ничего. Ничего не можешь различить. Я еду и думаю, за газелью еду или за КамАЗом. Не волнуйся, нам осталось всего лишь каких-то 4000 километров ехать, господи, тьфу, мелочи, неделю пути. Красота. Слезы умиления и радости на моих глазах. И на Виталикиных. Виталь, не видно твои глаза. Да.